говорит и показывает Винницы, и Орешка представляет. Всех приветствую, дорогие, улица Семёна Петлюра. Или Петлю. Говорит и показывает Винницы, и Орешка представляет. Всех приветствую, дорогие, и приятного просмотра. Улица Семёна Петлюры или Симона Петлюры. Вот так. Также есть такой момент. Здания видим, есть ухоженные, есть еще те древние, исторические. Вот здесь, пожалуйста, свежайшие, да, в ретро-стиле колонны. Ну и вот памятник Симону Петлюры. Да, железный, бронзовый, может так. Пожалуйста, здесь я еще не был, для меня интересно это место. Так мимо проезжал, поглядывал, ну и вот есть возможность показать и поделиться с вами, да? Что это и как выглядит, веночек такой свежий, красивый. Здесь также, ага, Симон Петлюра мы видим, Киев, 2017, Винница, карта, по всей видимости, так находится. Ну и что, так, да, из такого металла. А, здесь еще не все, под кепкой, рядом с кепкой Симона находится вот такая табличка, меценат Капуста, С.М. Авторы Аврах М.Р.А. Так. Ну что, интересная работа такая, да, здесь в Виннице. Так что, пожалуйста, знайте, что здесь есть такие места. Пожалуйста, и такие эмблемы, трезуб находятся. Ну и интересно мне также, что это за здание. Сейчас я постараюсь разузнать. Всем хорошего настроения. Орешка с вами, место Виннице. Вот номер дома нашел, улицу, да. А так табличек не вижу, что здесь находится. Ну так, аккуратное место, красивое. А, ну здесь так не совсем получается. Все, хорошо, поехали дальше. Да, ну а здесь, конечно, жестянка. Я думаю, руки до этих мест. Счастливо, 23 октября на календаре. Пока. Нашел табличку, да, все понятно, все расписано с таким кодом, по которому можно все вообще узнать подробно. Садыба Баруха Львовича. Так, 13-й год. Вот канцелярия, головной атаман Симона Петлюры. Травень, червень, 20-й рик. Так что вот остановитесь, посчитайте, да. Вот так. Ну что, все, это уже точно. Поехали. Прекрасный день. Ну и ветерок легкий есть. И солнышко нас радует. Класс.